Здравствуйте. В эфире программа «САС уполномочен заявить». Я ее ведущая Надежда САС. Приветствую вас и напоминаю, что это программа для тех, кто хочет лучше разбираться в происходящем и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни страны и каждого из нас. О новом витке эскалации в конфликте на Украине поговорим детальнее сразу же после дайджеста ключевых событий мировой политики этой недели. По всей территории Ливана прокатилась волна взрывов пейджеров. Сообщения о детонации поступали около часа. Устройства для внутренней связи членов Хезболлы взрывались в их руках, карманах и сумках. В пейджеры были встроены переключатели для дистанционной активации взрывчатки после получения сообщения, похожего на те, что обычно отправляет руководство Хезболлы. Пейджеры были запрограммированы на то, чтобы издавать звуковой сигнал в течение нескольких секунд перед тем, как взорваться. Среди погибших свыше 10 человек и примерно 4000 жителей пострадали. Сын члена блока Хезболлы был убит взрывом прямо в ливанском парламенте, пишут местные СМИ. Легкие ранения получил посол Ирана в Ливане Амани. У него поверхностная травма, и в настоящее время он под наблюдением в больнице, цитирует издание слова источника. Хезболла обвинила в атаках Израиль, пообещав справедливое возмездие. На следующий день после массового подрыва пейджеров произошла еще одна серия взрывов. На этот раз сдетонировали устройства связи и техники, установленные в автомобилях и на мотоциклах. Источник в службе безопасности сообщил Reuters, что портативные радиостанции были приобретены Хезболлой 5 месяцев назад. Примерно в то же время, когда закупались пейджеры, оказавшиеся заминированными. 15 сентября кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп вновь подвергся нападению. Второе покушение на его жизнь произошло в штате Флорида, где политик отдыхал в перерыве между мероприятиями предвыборной кампании. На этот раз охрана сработала куда лучше, чем 13 июля в Пенсильвании. Преступник даже не успел открыть огонь, его быстро задержали сотрудники секретной службы. При этом Федеральное бюро расследований определило происшествие как попытку покушения. Команда Джо Байдена вновь пообещала обеспечить безопасность бывшему президенту, а сторонники Дональда Трампа уже заявили, что он мог пострадать из-за своей политики, в том числе в отношении украинского кризиса. Неудавшийся стрелок, 58-летний Райан Уэсли Раут, является ярым сторонником Украины в нынешнем конфликте. Он даже посещал Киев после начала боевых действий и призывал отправить украинской стороне все имеющееся в США оружие. Наконец, задержанный агитировал американских граждан вступать в подразделения вооруженных сил Украины для иностранцев. По мнению CNN, покушение на кандидатов в президенты США свидетельствуют о тенденции к насилию в американской политике и могут завести страну еще дальше по темному пути. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Европейской комиссии, который будет работать следующие 5 лет. В новом составе представители стран Балтии и Польши получили влиятельные посты. Комиссия на 40% состоит из женщин, при этом они преимущественно занимают посты вице-председателей. Пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности займет Кая Калас. До этого она была премьер-министром Эстонии. На пост вице-президента ЕК, ответственного за вопросы конкуренции, предложена Тереза Рибера, один из заместителей председателя правительства Испании. Пост вице-президента по технологическому суверенитету, безопасности и демократии займет Хена Виркунен, финский депутат Европарламента. На должность вице-президента по кадровым навыкам и подготовке персонала предложена румынский депутат Европарламента Роксана Минзату. Фон дер Ляйен предложила главе МИД Франции Стефану Сежурне пост вице-президента, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС. Ожидается, что новый состав комиссии приступит к работе с 1 ноября, а это значит, что одной из его первых задач станет подведение итогов президентских выборов в США. Сегодня мы снова будем говорить о влияющем на каждого из нас затяжном конфликте к югу от границ Беларуси. В связи с ним мы все чаще слышим слово «эскалация». И происходит оно от латинского слова «скала», что означает «лестница». Ступенька за ступенькой нарастает война, сложность и разрушительность применяемых в нем вооружений и число жертв. Впервые термин «эскалация боевых действий» появился в Соединенных Штатах в период конфликта во Вьетнаме. Под этим понимался переход от поддержки марионеточного режима в Сайгоне к прямому участию в войне. И какой же будет лестница в бездну в этот раз? До какой стадии дойдет эскалация на фоне приближающегося поражения режима Зеленского? Об этом пойдет речь в сегодняшней программе. Приветствую в ней военного эксперта Александра Борисовича Олесина. Здравствуйте. Добрый день. И мой уважаемый коллега Константин Предыбайло, журналист, специальный корреспондент Russia Today. Рада вас видеть. Привет.
По традиции мы начинаем нашу программу с блиц-вопроса. Ну что ж, звучит он следующим образом. Даст ли Запад Киеву разрешение на удары ракетами вглубь России? Константин, адресую сразу же вопрос этот к вам, потому как даже за минувшую неделю были разные заявления. Сперва Великобритания разрешила, потом, проконсультировавшись с Соединенными Штатами, решили все-таки отложить. Но эти дискуссии ведутся, и Украина, естественно, на этом настаивает. И важно отметить, что 24, если не ошибаюсь, сентября Владимир Зеленский планирует встречу с нынешним президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и рассчитывает его уговорить. Удастся ли, на ваш взгляд? Ну, Зеленский планирует встретиться еще и с Камалой Харрис, и с Дональдом Трампом, да. Я, правда, не знаю, для чего. Видимо, свататься едет с пирогами. Ну, какой-то там другой украинской традиции. Я не знаю, как они там выдают замуж или женят друг друга. Ну, что касается дальнобойного вооружения, на мой взгляд, действительно, решение было принято. Но вот этот блиц-комментарий Владимира Путина нашему коллеге Павлу Зарубину, когда Путин, ну, конкретно сказал, и мне кажется, он уже устает некоторые вещи говорить по одному и тому же кругу просто несколько раз. Есть теория, и я ее сторонник, она немножко конспирологическая, что якобы после того, как Владимир Путин это высказал, то на наших силовиков, ну, мы прекрасно знаем, что общается там, Министерство обороны, Генеральный штаб с американцами, что мы общаемся с англичанами. И вроде как, ну, я сторонник в это верить, потому что вот этот танец британцев, он немножко изменился. Константин, у нас есть этот фрагмент выступления Владимира Путина. Давайте обратим внимание и продолжим. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников или Евросоюза, либо на Соединенных Штатах. В общем, с натовских спутников. Это первое. Второе. И очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Российская власть неоднократно на всех уровнях, и включая президента Российской Федерации, подчеркивала, что удары по территории Российской Федерации западными ракетами будут означать прямое, полноценное вступление НАТО в этот конфликт и, естественно, приведут к ответным действиям Российской Федерации. Ну вот как раз-таки я сторонник вот этой легкой конспирологии, что после вот этого выступления Владимира Путина, комментария, с нашими, с российскими военными связались представители блока НАТО. Расшифруйте, что он имел в виду. А наши им объяснили, что, скорее всего, будет нанесен в случае участия, активном участии НАТО в этом конфликте, то будет нанесен удар, множественный удар, не ядерным, самое важное, оружием. Оно у нас есть. Ну, даже, в конце концов, можно, там, воевода у нас стоит, пылью покрывается, сармат. И будет нанесен множественный одновременный удар по каким-то столицам европейским. Те, которые будут принимать участие. Может быть, это не только столицы, скорее не столицы даже, а воинские какие-то части, какие-то военные там базы, еще что-то. И вот тогда уже Великобритания начала отматывать назад и говорит, что нет, ну давайте мы все-таки дальше подумаем. Александр Борисович, вы военный эксперт-аналитик. Вы видите, как драматично развивается нынешняя ситуация. Можно ли предположить, что в итоге с помощью усилий, определенных своих льгот, преференций, которые получают многие заинтересованные лица от нынешнего конфликта, все-таки разрешат Украине данные действия? Какие могут быть последствия, на ваш взгляд, потому как адекватных думающих людей они ужасают? Я просто хочу сказать, что к настоящему времени к власти пришло поколение политиков, которые не представляют, что такое ядерная война. Если Джон Кеннеди, Хрущев и другие деятели, генерал Деголь, представляли последствия ядерной войны, то нынешнее поколение не знает всех бед, которые может принести ядерное оружие. Я вам хочу сказать, что к середине 70-х годов и СССР, и США обрели потенциал гарантированного уничтожения друг друга. Причем этот потенциал мог несколько раз уничтожить это государство друг друга. И поэтому та самая разрядка и наступила. Но стороны продолжали все равно, так сказать,
конфликтовать и строить против друга всякие друг друга замыслы. И появились системы и планы обезоруживающего глобального первого удара, где предполагалось уничтожение руководства, допустим, Советского Союза. И тогда появилась та самая знаменитая мертвая рука, рука из гроба, та система «Периметр», которая должна была даже в случае гибели руководства Советского Союза привести автоматически в действие весь потенциал, оставшийся после первого удара Советского Союза. И, зная это, Соединенные Штаты никогда не отважились бы на начало войны против Советского Союза. И вот в 2010 году генерал Каракаев сказал, что эта система жива, что она модернизируется и что она может быть переведена в действие. Я думаю, что именно вот эти обстоятельства и останавливают тех старых политиков, прежде всего Байдена, который участвовал в разработке многих договоров по сокращению вооружений. И он знает, несмотря на свое слабоумие относительно, он знает, чем может кончиться, ну, для его потомков, детей, внуков и так далее, вот это напряжение. А вот те молодые политики, которые не имеют детей и не думают о будущем, они могут, я думаю, ввергнуть всю планету в ядерную катастрофу. И предпосылки к этому, безусловно, есть, потому как не только отбивать стрелы, но и атаковать лучника. И в НАТО обсуждают возможность бить вглубь России. Украина имеет право на самооборону, и оно не ограничивается границами государства, заявил на прошлой неделе глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Ну и кроме этого, в конечном итоге появилось заявление спикера Госдепартамента Мэтью Миллера, которое охладило горячие головы в Киеве. Услышим прямую речь. Мы продолжаем взаимодействовать с нашими украинскими партнерами относительно того, как лучше всего поддержать их, о том, как мы можем предоставить им средства и разведывательную поддержку наилучшим образом. Но у меня нет никаких заявлений по поводу ограничений на использование дальнобойных ракет. Ну что ж, и на этой неделе появилась новость касаемо того, что Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. За проголосовало 425 депутатов, против 131, еще 63 воздержались. Конечно, хотелось бы посмотреть на перечень тех фамилий, кто же воздержался, либо же отказался, выступил против. Действительно, смелые люди. И вот об одном из них хочу рассказать детальнее. Евросоюз должен был приносить мир, но в итоге разжигает войну. При создании Европейского Союза основной его целью было гарантировать процветающий прочный мир в Европе. Но теперь руководство ЕС, включая вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, рушит принципы Европейского Союза и заставляет страны Европы финансировать конфликт на Украине. Вот об этом заявил с трибуны Европарламента во время дебатов об утверждении нового верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики депутат Европарламента от Италии генерал Роберто Ваначчи. Вы обещаете нам тотальную войну ради победы, которой вы стараетесь не давать определения. Вы видели, что победа не приходит? Вы оказываете постоянное давление на такие государства, как Италия, чтобы она справедливо решила отказаться от своего оружия, чтобы гарантировать законную защиту атакуемому государству. Но она не хочет, чтобы это самое оружие превратилось в инструмент, способный привести нас к бездне термоядерного разрушения. Эти 2,5 года конфликта не привели к успеху, не привели к ощутимым результатам, но ужасающе ложатся на плечи Украины, создавая тяжелые экономические и социальные последствия, которые, как ожидается, придется нести всем европейским гражданам. Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется также итальянский политик Стефано Вальдегамбери, член регионального парламента региона Венето. Стефано, I'm so happy. Стефано, рада видеть вас на нашей телепередаче. Спасибо за ваше время. Спасибо, что пригласили. Господин Вальдегамбери, пока что выглядит так, будто только венгерский лидер Виктор Орбан при поддержке словацкого коллеги Роберта Фицо выступает против более существенного вовлечения Европы в украинскую войну. А что Италия? Премьер-министр Мелони надеется пересидеть эту фазу эскалации и избегать необходимости занять четкую позицию. Я знаю, что подавляющее большинство граждан Италии против любого более глубокого вовлечения страны в войну. Позиция Италии четкая. Сейчас в Европейском парламенте наш министр иностранных дел
не одобряет нововведения в отношении ракет дальнего действия. И мы не согласны с политикой других стран-членов ЕС. И большая часть нашего парламента против того, чтобы поставлять такие вооружения. И эта позиция настоящий момент конфликтует с позицией брюссельского истеблишмента. И многие другие политики говорят, что нам нужно перестать посылать вооружение в Украину, нам нужно остановить войну и нам нужно заключить договор между двумя странами. Это правильный способ решения проблемы. Но существует также массированная пропаганда, чтобы убедить итальянский народ, что это правильно, что война должна продолжаться. Но все больше и больше люди понимают, что это пропаганда, это ложь, и хотят прекратить войну. Да, господин Вальдегамбери, но в начале июля прошли выборы в Европарламент, и количество парламентариев, которые были против военной эскалации и поддерживали переговоры с Россией, это количество значительно выросло. Но им не достает единства и решительности. Не считаете ли вы, что новый состав Европарламента что-то изменит в отношении войны в Украине? Но, к сожалению, сейчас мы видим определенное давление на депутатов, и им тяжело поддерживать позицию мира и компромисса с Российской Федерацией. А что мы скажем по поводу европейских граждан? Видят ли они какой-то шанс для России и Украины прийти к компромиссу? Должен сказать, что большая часть европейцев не принимали участие в голосовании, поскольку они не доверяют системе и процедуре. Мы не разделяем политику Евросоюза в течение последних нескольких лет. И в основном люди против того, чтобы поставлять вооружение и против конфликта с Россией. 60-70% населения Европы против. И господин Ваначчи, представитель моей партии, он сделал очень важное заявление. В котором он подчеркнул необходимость начала диалога. Он также высказался по вопросу политики, связанной с предоставлением вооружений, посыланием бомб, и он сказал, что это должно быть изменено, мы должны перейти на путь дипломатии. И сейчас именно это имеет смысл. Да, большое вам спасибо, господин Вальдегамбери, за ваше время. Я надеюсь, скоро увидеться с вами на нашей телепрограмме. Спасибо вам. Чуть детальнее поговорим о том, что за разрешением на дальнобойные атаки Владимир Зеленский едет в США. Мы уже вспоминали, где представит Джо Байдену план, который подразумевает согласие Киева на локальное прекращение огня на определенных участках фронта. И в конце августа Зеленский уже говорил, что у него есть план победы над Россией, который будет передан США. И по его словам, нападение ВСУ на Курскую область является первой частью этого замысла. Вторая часть – стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира. Третья – мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем. И четвертое – экономическое. И что важно отметить, для многих экспертов мирный план Зеленского – больше воспринимается как сигнал о надвигающейся провокации. Ну, знаете, провокации могут быть и с другой стороны, со стороны Европы и стран НАТО. Ну, например, да, мы уже понимаем, что Европа уже разрешает наносить удары дальнобойным оружием. Однако мы знаем, что Зеленский летит через океан. И знаете, ну, мы же злые русские, мы орки, и мы ни перед чем не остановимся. Тем более мы видим,
как Израиль взрывает пейджеры, взрывает рации, и спецслужбы, в принципе, наверное, руки развязали. Я ничуть не удивлюсь, если самолет Зеленского, например, где-нибудь упадет в Атлантическом океане и таким образом просто скажут, а это Россия сделала. И пойди докажи, я не знаю, там из подводной лодки, из-под Кубы где-нибудь там взлетела ракета, еще что-то. А на самом деле он будет взорван изнутри. Даже не будем забывать о событиях 11 сентября. Да, мне кажется, тот, кто интересовался этой темой, понимает. Провокация может быть и таким конечно. Образом реализована, потому что мы понимаем, что Зеленский периодически не управляем. И, как говорят инсайдеры, причем западные, западная пресса пишет о том, что нападение на Курскую область не было согласовано ни с Великобританией, которая управляет как раз-таки военным блоком на Украине, ни с Соединенными Штатами, которые управляют политической системой на Украине. И вот это такое самодурство было. И что с ним делать, теперь никто не знает. Это превратилось в гигантскую мясорубку, куда было отправлено огромное количество украинских боевиков. Они там все полегли, удобрили Курскую землю. Наши российские вооруженные силы ее освобождают. Очень осторожно, очень аккуратно, километр за километром. Но смысл никто не понимает. Обменять Курский участок границы на что? На Херсонскую область, на Запорожскую область, я не знаю. Но у нас есть четко поставленная задача специальной военной операции. Это административные границы ДНР и ЛНР, и это границы Запорожской и Херсонской области по референдуму. Вот. На что там обменивать? Только, наверное, Зеленскому, понятно. Но провокации, конечно, они будут. Мы уже понимаем, что будут нанесены удары и дальнобойным вооружением, скорее всего. Мы видим атаки на Тверь, мы видим, как дроны долетают до Москвы, как они, в принципе, часть дронов, нужно понимать, они запускаются в том числе с территории России, каких-то, не знаю, это предатели, это какие-то террористы, которых разводят, которым платят деньги и так далее. Провокации будут, но я бы самому Зеленскому не расслаблялся, потому что он по факту уже не нужен. И они могут обставить таким образом два пути, что Зеленского взорвали какие-то свои чуваки, которых он достал, и они уже об этом прямо говорят. В Верховной Раде несколько депутатов очень ярко выступают с тем, что надо проводить выборы. Ситуация на фронте, условно говоря, стабилизировалась. Провести выборы имеет, шанс есть, потому что Россия точно не наносит удары по гражданскому населению. Придумайте, как провести выборы через свою эту ДИЮ электронную, еще что-то. Вот видите, каждый раз удивляет, как только приходит момент и градус эскалации понижается. Вот мне кажется, начало лета это был именно тот период. И все стороны были заинтересованы, по крайней мере, в возможности сесть за стол переговоров. У каждого свои условия, естественно, никто не хочет отступать. Но случилась Курская операция. Да. Опять же таки, если произойдет обстрел территории Российской Федерации западным оружием, о каком плане мирном, немирном еще кто-либо будет говорить? И вот нынешний президент США ждет этого плана и не намерен давать Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет, пока Зеленский не представит его. Но в то же время есть признаки того, что даже если Байден публично не даст одобрение на использование Киевом дальнобойных ракет, он может разрешить предоставление ему данных американской разведки систем целеуказания для содействия использованию Storm Shadow. И мы, естественно, подготовили небольшую характеристику, справку о том, что собой представляет данный вид оружия. Пожалуйста. Ракета оснащена турбореактивным двигателем, который позволяет снаряду двигаться со скоростью 0,8 Маха или 1000 км в час. Боеприпас имеет дальность действия 564 км, однако модифицированные версии ракет, предназначенные для экспорта, имеют меньшую дальность, приблизительно от 300 км. Storm Shadow весит порядка 1300 килограммов. У боеголовки есть начальный проникающий заряд для разрушения грунта или стен бункера. Ракета программируется перед запуском. После того, как Storm Shadow пришла в действие, ее нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение. Также после запуска нельзя будет изменить информацию о цели. Высота полета составляет от 30 до 40 метров. Боеприпас настраивается с учетом данных о противовоздушной обороне и конечной цели. Во время полета ракета движется к цели, руководствуясь GPS и картографией местности. Ближе к месту назначения Storm Shadow набирает высоту, после чего начинает пикировать. Стоит услышать прямую речь Зеленского о том, а зачем Украине
такой вид оружия. Пожалуйста. Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру. Военные аэродромы, с которых взлетают российские самолеты с бомбами против наших городов, места запуска российских ракет. Все это должно быть уничтожено. Да, Александр Борисович, я думаю, когда вот такие заявления слышим, единственный вопрос возникает в голове, а где логика? Но логика отсутствует, и когда рядом с тобой соседствующее государство настолько опасное, настолько тебя ненавидит, единственный шанс обеспечить себе счастливое будущее – это ограничить это государство соседствующее в любых проявлениях своей агрессии. Ну, мы просто человеческой логикой руководствуемся, здравым смыслом. У Зеленского, очевидно, своя логика. Думает он, мне кажется, о личном самосохранении, о личном благополучии. И поэтому он хочет как можно дольше продлить дни своего существования. Потому что всякое мирное соглашение, значит, создание каких-то условий для проведения выборов означает его политическую, а возможно и физическую смерть. Ну и кроме того, я думаю, что мы немножко примитивно представляем себе политический расклад и в США, и в Европе. Там действуют разные группы в составе истеблишмента. Есть люди, которые руководствуют денежным, финансовым расчетом, политическим расчетом. Но есть совершенно безумные люди, бешеные, как их называли раньше. И если вспомнить, что был такой персонаж, как Джеймс Форрестал, министр обороны Соединенных Штатов, министр обороны, который в 49-м году выкинулся из окна психушки и разбился с криком «Русские идут!». И я думаю, что эта болезнь полностью в Соединенных Штатах не преодолена. И возможно, что и в рядах и американских военных, помимо трезвых голов, есть и такие. Именно они делают ставку вот на Зеленского. Если бы он не отвечал интересам влиятельных политических групп, ну, он давно бы повесился на шарфике, как в свое время господин Березновский, или подавился коктейлем, и что-нибудь такое с ним случилось. Более того, Российская Федерация не заинтересована в гибели Зеленского, хотя бы потому, что это символ украинского фашизма. Вы совершенно правы, Александр Борисович, и хочу обратить внимание и на графику. Естественно, поспешило британское издание «The Times» нарисовать радиус поражения территории Российской Федерации ракетами Storm Shadow. Ну, знаете, пытаются визуализировать свои хотелки, но не задумываясь о последствиях. Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Спиридон Павлович Килинкаров, общественный политический деятель. Вы абсолютно правы в отношении того, что Украина находится под внешним управлением, и все, кто принимает на сегодняшний день решения, они находятся за пределами Украины. А на Украине, ну, есть марионетки, да, которые на самом деле выполняют волю западных своих хозяев и реализуют ту политику в рамках той геополитической стратегии, которую нарезали им там на Западе. Они просто, ну, такой инструмент реализации геополитических целей и задач. Да, Спиридон Павлович, но когда мы говорим о нынешней ситуации, о определенных решениях украинской власти, естественно, мы не учитываем мнение украинского общества, потому как нет возможности его услышать. И на сегодняшний момент предстоящее событие, это встреча, потенциальная встреча того же Владимира Зеленского и Джо Байдена. Как вы считаете, получит ли Украина одобрение на использование западного оружия для обстрела территории Российской Федерации? Какие последствия, на ваш взгляд, могут быть? И вообще, вот, может быть, вам известно, какие настроения в украинском обществе, потому как сложно отслеживать, находясь в другом государстве, тем более, что украинцы не имеют возможности свободно выражать свои мысли и желания. Я думаю, этот план очень нехитрый, простой и понятный. Включите нас в НАТО, включите нас в состав Европейского Союза и дайте нам финансовые ресурсы для того, чтобы мы могли продолжать войну. Вот, собственно говоря, весь набор инструментария, который заложен в этот так называемый план победы. То есть Зеленский однозначно заявляет о том, что успех реализации этого плана, ну, фактически зависит от позиции западных стран. Поэтому они должны определиться. Если они принимают этот план, то в дальнейшем несут полную ответственность за его реализацию. Но на самом деле, я думаю, Запад, когда, вообще-то говоря, начинал это противостояние с Российской Федерацией, они изначально понимали, что победа Украины над Россией невозможна ни при каком, ну, ни при каком исходе. Она невозможна была с самого начала. И все это прекрасно понимали. Им Украина нужна была как инструмент, они об этом публично заявляли, сдерживание России.
Даже ценой жизни там сотни тысяч украинских солдат, это их особо не волновало. Ну, воюют они, мы что там, тратимся, там какие-то финансовые ресурсы выделяем, какую-то старую технику там им отправляем. Пусть они воюют. Славяне убивают славян, прекрасная реализация давней мечты западных стран, да, ну... Украина в этом плане оказалась самым слабым звеном, готовой, в общем-то, пожертвовать ценой жизни своих солдат и своим суверенитетом и независимостью ради достижения каких-то там западных геополитических целей и задач в отношении России. Сама Украина, на самом деле, понимаете, даже глупо ставить вопрос в отношении того, победила Украина, победит ли Украина. Украина проиграла ровно в тот момент, когда она согласилась стать антироссийским проектом. Константин, вы говорили о том, что пытаются, да, естественно, западные наши враги, да, по крайней мере, те страны враждующие, которые открыто заявляют о том, что Республика Беларусь, Российская Федерация являются врагами, но они же пытаются отслеживать определенные заявления, которые звучат из уст не только глав государств, но и вот таких мастодонтов политических. Одним из них является и Сергей Караганов. Я хочу обратить внимание на цитату из недавней его публикации о необходимости пересмотра ядерной доктрины. Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие. Это не только наша обязанность перед нашей страной и нашими гражданами, которые сейчас гибнут на фронтах и даже уже теперь в мирных городах. Это наша обязанность и перед миром. Если мы не реактивизируем ядерное сдерживание, то мир свалится в череду войн, которые неизбежно приобретут ядерный характер и закончатся Третьей мировой войной. Это вопрос нескольких лет. Я вспоминаю атмосферу, царящую, парящую в воздухе в Украине во второй половине 2021 года, естественно, начало 2022. Я вела эфиры, последний эфир еще был буквально за несколько недель до начала специальной военной операции, и неоднократно звучало из уст всех абсолютно приходящих в мою студию экспертов, украинских, адекватных, думающих о будущем своих же детей политиков, если замолчат дипломаты, будут говорить пушки. И мне кажется, то, что сегодня звучит из уст того же господина Караганова, это еще раз подтверждает, красных линий уже нет. Это последнее предупреждение, и лучше нам читать данные цитаты, статьи, чем видеть это все. Ну, слушайте, мне кажется, ничего более сюрреалистичного, дикого и, наверное, даже тупого в мире нет, чем Боррель, который заявляет, что Россию нужно победить на поле боя. Ну, у меня цензурных слов здесь нет, ну просто хочешь сказать, твою мать, ты дипломат. Твоя задача, чтобы не было поля боя, ты должен выйти, не знаю, встать перед пушкой, там, сесть на ракету, чтобы она не полетела, и призвать стороны договариваться. Стороны здесь две. Это США и НАТО, и Россия в союзном государстве с Белоруссией. Мы видим, как Александр Лукашенко тоже планомерно, мне кажется, он уже обращается к максимально тупым людям, говорит, ребята, отстаньте, ребята, прекращайте, потому что, ну, еще чуть-чуть, и будет настоящая Третья мировая. И вот у вас здесь картинка была красивая с таким грибом ядерным. Да, и, она ужасающая и страшная. И вот это появится, мы просто все в один момент из окна увидим, попивая утренний кофе или чай, вот эту картину. Оно нам не надо, и сколько можно уже объяснять. То, о чем сказал Караганов, все идет к Третьей мировой. Как ее можно было предотвратить? В тот раз помог Карибский кризис. Нужно, ну я не знаю уже, какой кризис поможет, но вот к более старшему эксперту, который изучал эти вопросы, я думаю, как раз таки вопрос, а что может быть таким карибским кризисом, я даже не знаю. Да, Александр Борисович, пожалуйста. Да, в общем, здесь ситуация может стать достаточно трагичной. Если вспомнить карибский кризис, то мир стоял в одной минуте от ядерной войны, когда советские ракетчики над Кубой сбили американского разведчика У-2, который там фотографировал советские ракеты. Кеннеди собрал совещание с генералами. И все они, комитет начальников штабов, проголосовали за войну. И только один Кеннеди был против. И, как пишут его биографы, благодаря тому, что он когда-то прочитал книгу Барбары Такман «Августовские пушки», где было написано, что войны никто не хотел, она возникла как самоподдерживающая ядерная реакция. И поэтому он был просто в ужасе, представив последствия всего, что произойдет. Поэтому он дал команду «стоп»,
тормоз. И начались переговоры между разведчиками, потом между высшими должностными лицами и так далее. Я прекрасно помню этот год, когда в витринах, где вывешивали газеты, в газете «Известия» было напечатано заявление Никиты Сергеевича Хрущева о том, что Карибский кризис разрешен. Что нужно сейчас? Ну, честно сказать, я боюсь, что если уйдет сдерживающий элемент относительно, хотя бы Байден, то люди, которые его окружают, и не очень умные госпожа президентша и те, кто за ней стоит, могут ввергнуть мир действительно в ядерную войну. Ситуация очень опасна. Я надеюсь только на одного человека. Это на Владимира Путина. Да, я хочу чуть-чуть отвлечься. Это действительно для меня морально тяжелой темой. И хочется, конечно, верить в лучшее и в здравый смысл. Я убеждена, он рано или поздно победит. Спиридон Павлович, прошла встреча Александра Лукашенко с представителями нацменьшинств. И в том числе принимали участие украинцы. И по разным оценкам около 200 тысяч украинцев проживают на территории Республики Беларусь. И те люди живут под мирным небом. Я... В том числе, потому как я являюсь гражданкой Украины, живу, работаю в Республике Беларусь и признательна белорусскому государству, белорусскому президенту за возможность жить сегодня. И я знаю, что в Российской Федерации, в том числе, большое количество проживающих украинцев, это другие украинцы. Я думаю, вы, я к ним относимся. Другие украинцы, которые знали, предполагали, предупреждали. И, естественно... Если бы прислушалось большинство, находящееся сегодня на территории Украины, я думаю, сегодняшнего конфликта и не было. Но в то же время у России есть свои определенные цели, специальные военные операции. Как вы считаете, есть ли шанс другим украинцам повлиять на исход этого конфликта, найти возможность достучаться до аудитории своей, которая находится, к сожалению, на территории нынешней Украины? Вы знаете, мне трудно представить вообще, какую Украину мы получим после завершения конфликта. Вы сказали о том, что Беларусь приютила 200 тысяч украинцев. Да, они себя чувствуют в полном здравии, они получают все необходимые услуги, которые предоставляет государство. Они живут под мирным небом. В России огромное количество людей, да, которые украинцев, да, которые чувствуют себя абсолютно свободно, спокойно. И, в общем, полной безопасности. А вот что делать с теми людьми, которые остались на территории Украины, которые не имеют возможности выехать с этой территории Украины? Я, вы знаете, я, например, не знаю, какое количество людей покинет эту страну в случае, если откроют границы. Я уверен, что подавляющее большинство из тех, у кого есть хоть какие-то возможности, они находятся на территории Украины, они эту территорию покинут немедленно. А вот... Может быть, часть людей, которые еще помнят ту Украину, в которой мы жили, ну, может быть, какая-то часть наивно подумает, что они вернутся в ту самую Украину, которая у нас была. Той самой Украины, которая у нас была, ее уже нет и никогда не будет. А вот что касается Украины будущей, если она будет, то во многом будет зависеть, как, когда и чем закончится специальная военная операция. Потому что планы украинской власти, они очень дальновидны. Они планируют воевать еще 3 года. Как минимум. У них стратегия долгой войны рассчитана до 28 года. Они для того, чтобы удержать свою власть, свою монополию на власть, они готовы будут это делать еще бесконечно долго. Вопрос в том, насколько ресурсно, прежде всего, исходя из человеческих ресурсов, которыми располагает Украина, они способны вести эту войну. То, что там Запад заявил до последнего украинца, ну, их это устраивает. Я не знаю, не уверен в том, что это устраивает подавляющее большинство украинцев. Но их об этом никто не спрашивает. Напоминаю, в эфире программа «САС уполномочен заявить». НАТО поручил силам обороны Эстонии подготовиться к войне с Россией, сообщил начальник генштаба генерал-майор Вахур Карус. Сегодня наши ударные средства большей дальности полностью учитываются в планах НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях на территории России. Именно тогда они смогут прибыть в Эстонию и предпринять следующие шаги, заявил он. И Карус пояснил, что ранее от армии Эстонии лишь ожидалось, что она сможет продержаться 10 дней, прежде чем на территорию Балтийской страны будут переброшены основные силы Альянса. Новые вводные от НАТО генерал назвал фундаментальным изменением для военной доктрины. И, вы знаете, на сегодняшний момент Республика Беларусь в лице Александра Лукашенко понимает, какие... Готовятся провокации, особенно в преддверии президентских выборов. Да и в целом ситуация обостряется с каждым днем настолько. И ключевое – это, естественно, понимать,
какое положение вещей, и быть готовым ответить. Об этом не только детальнее в нашем сюжете. Беларусь всегда выступает за мирное урегулирование конфликтов, но следовать дипломатическому принципу готовы не все. Ситуация на южном направлении нашей страны остается напряженной, заявил министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. Беспилотники регулярно нарушают воздушное пространство Беларуси. Минску пришлось усилить группировку войск, отметил министр обороны нашей страны в интервью центральному телевидению Китая. Сейчас у белорусской границы со стороны Украины сосредоточен достаточно большой военный контингент. По поручению Александра Лукашенко была увеличена группировка белорусских военных на южном операционном направлении. С конца августа туда для усиления государственной границы переброшены дополнительные силы. Приграничный район Гомельской области во всех смыслах горячая точка на карте страны. Охрана и наблюдение ведутся круглосуточно. Для этого на вооружении есть беспилотники. Здесь же расположены танковые подразделения. При этом Минск не преследует военные цели, но готовится к разного рода сценариям. Беларусь вынуждает поведение НАТО и Запада. Александр Лукашенко рассказал, что США указали Украине, если сложатся обстоятельства, то нужно атаковать инфраструктуру Беларуси по южной границе. А причина этого – якобы российские беспилотники, которые летают рядом с Беларусью. Должен вам открыто заявить. Мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в средствах массовой информации подсвечивать факты залета беспилотников и российских, и украинских на нашу территорию. Почему это происходит? Потому что и те, и другие плохо управляют этими беспилотниками, во-первых, новые для них, а во-вторых, работают системы радиоэлектронной борьбы, которые сбивают с курса беспилотники. И один из них мы нашли аж под Бобруйском, в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники. Белорусский лидер указал на последствия возможных агрессивных действий Запада в отношении Республики Беларусь. Хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто не понимает еще. Не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это Третья мировая война. Да, Александр Борисович, как вы оцениваете ситуацию вокруг Республики Беларусь? Потому что мы говорим о союзном государстве, и на данный момент мы не можем отделять друг от друга там, вот, Российскую Федерацию, Республику Беларусь, потому что это государство-союзники. И я думаю, что заинтересованных подорвать ситуацию внутри Беларуси достаточное количество. Наши соседи из-за бугра, они недооценивают потенциал военной Республики Беларусь. И какой-то австралийский, далекий от нас генерал, заявил, что белорусская армия совсем слабая, и любое наступление и со стороны Украины, и со стороны Польши просто повергнет Беларусь в крупнейшее поражение. Но на самом деле им надо читать статистические сборники Лондонского института. Значит, там написано, что Беларусь является одним из крупнейших в мире обладателей потенциала реактивных систем залпового огня. В том числе крупнокалиберных систем, таких как «Смерч». И, в общем, учитывая карликовые размеры таких государств, как Эстония, как Латвия и Литва, то я могу сказать, что значительная часть территории этих государств может быть перекрыта огнем наших новейших систем, реактивных систем залпового огня. И что бы они там ни хранили, что бы они ни располагали, какие бы базы хранения, командные пункты и так далее. В общем, это расходный материал НАТО. И в НАТО понимают, что в случае возникновения военного конфликта все, что там находится, будет сметено в первые же минуты этого конфликта. И даже не прибегая к потенциалу российской армии. Вы знаете, Александр Борисович, извините за то, что перебиваю вас, но подготовили с коллегами карту радиус поражения объектов на территории Европы ракетами «Калибр» с кораблей Балтийского флота. Именно то, о чем вы сейчас говорили, пожалуйста. Константин, я думаю, все очевидно, знаете, и понятно. Я сторонник немножко другой теории развития событий. Мы, как понимаем, Запад не торопится. И он не торопится уже 100 с лишним лет. Их задача уничтожить вот эту страну, которая на карте с зеленым цветом с флагом России. Им торопиться некуда. И, на мой взгляд, развитие событий будет несколько иным,
Мы абсолютно не забываем про Эстонию, которая 3 года назад взяла российский танк в аренду и утопила. От них как бы особого смысла на данный момент нет. Но вот там в районе Украины есть еще Молдавия, в которой пройдут выборы в октябре президента и пройдет референдум о евроинтеграции. Конечно, мы можем говорить, что там, голосовать за ЕС – это не за НАТО. Но вы представьте себе, в Молдавии меньше 2 миллионов человек живет. То есть это, ну, это крохотная страна. Это, ну, как можно пошутить, не знаю, там один микрорайон города Москвы. И в эту крохотную страну уже доставлено 3000 натовских инструкторов. Вопрос, зачем? Мне кажется, будет задача именно растянуть линию фронта. И, конечно, нам всем будет очень и очень тяжело. Но это будет, ну, не раньше, чем осень и следующая весна. Но и обратим внимание и на радиус поражения комплексом «Искандер», который с недавних пор размещается на территории Республики Беларусь. Александр Борисович, мне понадобится и ваша характеристика того, что вы видите, ну, как военного эксперта в первую очередь. Учитывая размеры, расстояние в Европе и дальность действия «Искандера», некоторые эксперты называют евростратегическое оружие. Практически все столицы соседних государств Беларуси находятся под прицелом комплексов «Искандер». Я бы даже сказал больше. Комплексов «Полонез», дальность которого 300 километров. Кроме того, сейчас Беларусь располагает специальными боеприпасами. Мощностью от 5, ну, некоторые говорят, до 50 килотонн. Ну, Хиросиме сбросили 20 килотонн. Представляете, значит, каким потенциалом вместе с Российской Федерацией располагает Беларусь. И, конечно, когда Лукашенко заявил, что нападение на Беларусь – это эквивалентно ядерной Третьей мировой Начало войне, Третьей мировой, то да. Он именно имел в виду то, что если нападение со стороны, допустим, Украины, о котором тоже сказал Лукашенко, в виде обстрела инфраструктуры Беларуси ракетами со Украины со стороны, может привести к тому, что Беларусь переведет в действие свой немаленький потенциал. Поэтому ситуация очень напряженная. Я думаю, что президент специально во время торжественного собрания заявил об этом, чтобы как можно быстрее довести не только до элит натовских государств, но и до простых граждан. У нас есть прямая речь лидера Беларуси, да, поэтому давайте прямо сейчас. Пожалуйста. Ну, я думаю, все равно услышат. Я хочу просто вам процитировать один документ. По данным наших спецслужб, в ходе закрытой части наших беглых в переговорах в одной из стран, не называю по определенным причинам, представители Соединенных Штатов Америки озвучили следующие тезисы. С середины сентября по начало ноября Соединенные Штаты ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева на фронте. Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них не доводили пока эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации. Вроде затишье. Да, в курс зашли, уходят, уйдут. Украинцы там не удержатся. Но это не надо американцам. Надо, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а еще лучше русского. Им нужна война. И это затишье, которое наступило на фронте, им не надо. Им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации. Да, Константин, вот я думаю, та информация, которая прозвучала из уст Александра Лукашенко, я думаю, стоит подчеркнуть, наверное, вот такой мирный план везет Зеленский в Соединенные Штаты Америки. Ну, вот так себе мирный. Какое может быть доверие, да, вот я не знаю, о чем писал Фукуяма, но точно не о событиях, взаимоотношениях между государствами в 21 веке. Спиридон Павлович, как вы считаете, а есть ли шанс избежать страшного, чего даже не хочется называть, и действительно надеяться на то, что проявится какое-то человеческое лицо у наших западных так называемых партнеров? Знаете, если есть какой-то сценарий, да, который прописан Западом, и мы о нем знаем, то, конечно, наша задача изменить этот сценарий. Я хочу вам сказать, что Беларусь и Александр Григорьевич здесь ключевая фигура. Сценарий-то был у Запада совсем другой. Вообще-то на сегодняшний день с Россией должны были бы воевать Украина,
Украина, Молдова, Беларусь, все должны были бы воевать с Россией, если бы удался этот госпереворот, который они пытались осуществить в Беларуси. Просто этот сценарий, ну, у них провалился только потому, что и белорусский народ, и Александр Григорьевич продемонстрировали свою стойкость в защите своей государственности и суверенитета. А так бы по-другому, они бы уже давно прописали сценарий и отправили всех нас на войну. До последнего украинца, до последнего белоруса. Это вполне вписывается в их планы. Выйдем ли мы на прямую конфронтацию с Западом? Рано или поздно, конечно, выйдем. Да, признательно, Спиридон Павлович, за участие в программе. Будем завершать. Осталось лишь время для подведения итогов. Слишком уж быстро и стремительно мы подошли к ядерной черте. Но, опять же, тот же Карибский кризис, я думаю, что он вселяет определенную надежду, что человечество сможет выбраться из этой пропасти. Константин, пожалуйста. Мы не быстро подошли к ядерной войне. Мы шли к ней с 45-го года. И мало кто помнит, например, что была задумана операция «Немыслимая», когда уже Советский Союз практически добил фашистскую Германию, Великобритания придумала там совместно с США план по уничтожению, дальнейшему уничтожению Советского Союза. Поэтому мы 80 лет с лишним к этому шли. И вот, наконец-то, наверное, дошли. Наконец-то, с одной стороны, что мы, победив, выдохнем еще лет на 50-80. Ну и с другой стороны, ну, пора уже заканчивать. Спасибо, Александр Борисович. Надеюсь на жадность американского глубинного государства. Потому что если мир сгорит в ядерной войне, не будет ни акций, ни облигаций, ни банков, ни гигантских состояний. Поэтому я думаю, люди, которые построили свою жизнь на получение прибыли, они поймут, что на том свете прибыли не бывает. На этом мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю дискуссию. И подозреваю, что об эскалации украинского кризиса нам придется говорить еще. Причем уже этой осенью, хотя, конечно, хотелось бы говорить о перспективах мирного урегулирования. На данном этапе все ждут какого-то важного решения от Байдена, давят на него напоминаниями об афганском провале, с которого началось, мол, его президентство. Мол, закончить его украинским провалом будет совсем стыдно. Но я надеюсь, что нынешний хозяин Навального кабинета при этом понимает, что хуже всего запомнится потомкам, геростратам, устроившим мировой пожар. Спасибо, это была программа «САС уполномочен заявить». Увидимся через неделю. Украинский конфликт достиг развилки. Мир через компромисс или эскалация вплоть до ядерной.